привет, ребята! Мы на канале Миссани. Сегодня я вам покажу чудесные игрушки. Эти, как они? Питомцы принцесс. Вот сколько у меня их есть. У меня их есть всего 6. Вот. Эту зовут Вишенка. Вот такая вот красивенькая. Вот такой пушистый котик. Хвостик. Вот так, она такая вот так вот едет. Видите? Если вот так прям... Эй! Нельзя! Вот. И у них есть вот такая вот расчесочка. И ее можно расчесывать. Вот это есть... О! Это есть такой принцесс... этой, как они... Ариэль. Вот. Это есть питомец этой Тианы. Вот. Эту принцессу зовут Яна. Я сегодня вот нарядилась Золушкой. Вот. Такая есть расческа у нее. Вот. О, кстати, у них еще снимается корона. Так, эй! Вот так. У всех. Вот. Теперь вот эту зовут... это... Она очень всех любит. Я не знаю, как это. Милашка. Милашка, вот. Милашка. У нее вот такая вот расчесочка. Вот. Я ее корону очень жаль потеряла куда-то там, где-то. Вот это есть это тыковка. Ее зовут так. Вот. И она тыковка. Золушка. Да. Я сегодня Золушка, вот такая у нее расческа с сумочкой. Такая корона красивая. Ее тоже можно расчесывать. А тут есть Султани. Это мальчик, вот такой он большой. Это как он? Я, мне он похож на льва. Тигр, мне кажется, это. Мне тоже с полосками. Такая у него расческа, вот такая вот корона. Можно короны взять и друг дружке поменять им? Да, но не, не можно, не, у них размеры эти не разные. Вот такая, это ее зовут, это как она? Ромашка. Ее зовут, а такая расческа Солнышко. Вот. Я вот такая. Такие хвостики пушистые. Да. Красиво. Я вот тут придумала, что вот это будет их домик. Еще у меня есть вот такая книжка. Там рассказано про всех питомцев. Вот сейчас я ее отложу и покажу домик. Они тут живут все? Да. Вот так, как всегда, у меня это, они живут по-разному. Эти, ну, немножко и эти, потом еще эти, поняшки там жили. Вот. Тут вот он как чемоданчик, его можно скласть. Вот тут есть вот такая вот ручка, ее можно носить. Вот тут есть терраса, она открывается. Вот. Вот так. Ой, как уютненько. Да. Открой террасочку, покажи, там софочка какая-то есть. Вот внутри. Такая вот софочка. Да, вижу. Ну вот. Он как раз под цвет милашки. Вот, сейчас покажу книжечку. Вот. Тут еще спальня, там маленький этот, вижу рыбки, там вот такой аквариум. Вот. Так ты покажи, там я вижу стольчик внутри есть, так выдни из этого домика. Вот ванная. Ой, вот постелечка такая... лежат. Будьте здоровы. Там еще кухня есть, стол длинный.
Вот. А на стульчике-то две тарелочки и два стульчика, смотри, как красивенько. И курица даже, да? Да. Покушать можно. Но тут в комплекте были Hello Kitty котятки такие, но я где-то уже их уже приспособила там... для питомцев принцесс. Да, я их там уже в коробке, они где-то там зарылись с игрушками. Вот. Сейчас я вам расскажу. Сейчас все положу на место. Вот. Вот там надо. Вот. И закрываем. Ее можно так вот носить с собой. Сейчас ее может отложу на бутылку, чтобы мама нам не мешала. Вот, сейчас расскажу про книжечку. Я не умею читать, но я вам покажу, ну, эти картинки. Вот, тут написано там... Питомцы принцесс, да. И показано мимашку. Вот, вот, показано так, но тут ничего интересного. Самое интересное начинается уже внутри книги. Ой. Это вот, это тыковка. Тыковка, да, про тыковку, да, где она родилась, да? Вот, да, да, да. Бабочки накралась, ой, и сестрички у нее какие. Вот, сейчас красивенькие. Ой. Я все не буду показывать, только какие. Вот это есть кролик Белоснежки. Я его еще не прибила. А я у меня уже, ну, у меня только еще не вся коллекция. Ой, милашечка. Где? Вот. Ага. Спит. Вот ее принцесса есть Аурора. 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 Вот. Вот тут тоже это тыковка. Тыковка. Вот. Вот. Вот тут Аурора. Она встретила вот милашку. А перед тем я смотрела Белоснежка и семь гномов, да? Белоснежка перед... Да. Белоснежка. Да, да, да. А Белоснежки которая из этих? У меня еще нету. Нету. Поняла. О, уже все. Вот тут еще есть вот такая книжка, если видите. Уже рекламирую другую книжечку. Да. Ну вот, на сегодня все. Я все вам рассказала. Вот. Ставь лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!